Каждое существо отражает щедрость творения. Вам был дан индивидуальный опыт. Просто представьте, если бы у вас не было неврологической системы. Скорее всего, у вируса нет индивидуального опыта, потому что у него нет неврологической системы. Мы не знаем, но я предполагаю, что он не получает индивидуальный опыт. Вероятнее всего, его существование является коллективным. Но мы наделены индивидуальным опытом. Все мы слеплены из одной почвы. Но когда мы сидим здесь, мы переживаем индивидуальный опыт. А это не какая-то мелочь. То, что мы переживаем индивидуальный опыт, это самое ценное в нашей жизни. Когда вы наделены индивидуальным опытом, разве не вам решать, как использовать свой интеллект, как управлять им, чтобы познавать? Обладаете ли вы необходимым уровнем интеллекта, чтобы знать? Конечно. Как я уже сказал, если у вас есть интеллект, чтобы существовать, у вас есть интеллект, чтобы знать. Но поскольку вам сказали, что вы попадете на небеса, вы бережете его, чтобы использовать в другом месте. Но мы сжигаем ваш мозг, когда отвозим вас в крематорий. По крайней мере, в крематориях Иши сжигают даже мозг. Так что если вы храните его, чтобы забрать с собой туда и воспользоваться им там, наверху, ничего не получится. Мы сожжем его здесь. Мы не знаем, получите ли вы мозг там или нет. Да. Поскольку здесь он у вас не работает, вы хотите отправиться в другое место. Пришло время заставить энергию вашего тела и ума работать на полную мощность уже здесь. И уметь контролировать ее и направлять туда, куда вы хотите. Сейчас вы ее просто расплескиваете. Ваш интеллект просто расплескивается и вызывает хаос, как у вас самих, так и во всех вокруг вас. Да? Так что не то, чтобы мироздание не дало вам инструмент. Он у вас есть. Вам просто нужно использовать его. Если не используешь его, то используешь против себя. Карантин, карантин, карантин. Так вы издеваетесь над собой. Если хотите знать мое мнение, то карантин — это величайшее, что случалось с вами в жизни. Когда еще у кого-нибудь был отпуск в 6-8 недель, но мне никуда не сходить, дело не в этом. У вас есть время, вы можете сделать столько всего. Сколько всего вы можете сделать с собой и с тем, что вокруг вас, с людьми вокруг вас.